новогоднее настроение. Берем нехромовую проволоку, изгибаем из нее профиль снежинки, дадим на нее напряжение, она нагреется, и у нас будут интересные формочки. Так, начнем. Блок питания у нас автомобильное пусковое устройство. Включаем. Сейчас подождем, нагреется. Греется она довольно быстро. Советую проволоку брать потолще. Много терпения. Смотрите, что будет происходить. Получаются такие замечательные снежинки. Конечно, форму можно придать совершенно любую. У кого какое воображение, настроение. Вот. Итак, делаем конвейер по производству. Таких снежинок. Смотрите, как быстро получается. Конечно, эти работы следует производить в проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Опа. Пенопласт можно использовать от упаков, как в нашем случае. Так бы он выкинулся, а так повысит настроение. Снега нет, тем более сейчас. Так что давайте его делать сами. Спасибо за внимание.